Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. На страницах 52-53 давайте выполним задание номер 3 под цифрой 4. Запишите названия животных, которых вы определили. Итак, на уроке окружающего мира вы узнали, что существует большое количество групп животных. Среди них есть рыбы, земноводные, пресмыкающиеся птицы и звери. Итак, к рыбам мы узнали щуку и окуня. К земноводным относятся тритон и лягушка, а также жаба. Пресмыкающиеся ящерица, черепаха и гадюка. К птицам относим кряква, цапля, поползень, королек. Звери — белка. С помощью книги «Зеленые страницы» приведите примеры других видов животных. Запишите не менее 3 названий. Пищуха, заяц-русак, бобер, лось. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.